например, атакуют вот эти. Гновлены так вот, шкридами там. Проповедник, он обратить 11 там сил духа. В равной степени. Не обратить внимания, вчетвером полезть, если одна армия отходит, как будто вот 3 на 3, а там 50. Вы ваше счастье, так изменился за 0 до 10. А вот я показываю, что то 14 очков опыта управления. Две древние, четыре города. Застава Варсавы, четыре еще города. А город один, а город Варсавы. А это он, просто древний город застава. 14 опыта, а это экспат. 11 плюс 3, их по счастью, раз и 5. Города 20 раз. В общем, мы подросли. А мы еще обратно стали. Опять подобрели. Ну, были хорошие. А стали добры. Ну, добрались, что все есть правильно. Куда-то... А, ну... Еще что-то. А вот, вот. Теперь кинжальчик. Через стилет. Ассасина. Пробивание брони плюс 2. Нанесение урона. Удар с фланга плюс 6. А только не знаю, а еще и с фланга. Подрезка 4. Пашка плюс 8, что он там. Ну скрытно. Нафига я знаю. Боевые искусства у нас. Маскировки все. Ну маскировка это от этого. Надо еще раз посмотреть, уже это схема. А, это он. Только герои. Ходьба по лесам. Надо маскировка. Сак, какие-то маскировки. Легкий арбалет, ну арфа. Это же тени низа из арфа. Типа арта, концерт, блин. Ну и арфа, да. Чаровая. Да нет, тут это только герой. Ну тоже хорошо, он полностью готов. Проливание брони. Ну вот огня не хватает. Ну длинный. А щит боевых искусств, ну щит получается. Непонятно, что еще. Ну, можно много чего еще из артефактов. Там регенерацию все. Зеленая такая. Потусторонняя. Ну сразу все хп. Ну, бой закончился, собственно. То есть из низкой боев есть сам. Можно потянуть. Можно хп подрасти.
кто-то сильно ролил. Так надо еще 5 ЛП. Левел. Уровень упал. Ну по кругу там что-то ноги. Острое замедление. Первый удар. Удар схода. Пробивание брони. Мы почти не пользуемся. Эшелон. Пробивание стен и штурм. Ну тут пугнуть типа. Это замедление. 15. Сытный обед есть. Исцеление. Непонятно у нас. Там умение. Вот природный целитель. Ну вообще есть. Вот эти. Подрезка. Ну 9, непонятно, 9 это, наверное. Как щит 9, что такое. Что он 9 как-то, ну. А, относительно 9. Это 50 на 50, если по 9, а если там. Ну, урезать. Если там будет 40%. Больше защита там. Ну, собственно, видимо, суммируется и сколько процентов. 11 плюс 9. 29. А 100% сколько? Ну, да, 55. Ну, 45. Шанс 45. Ну, можно заклинание увидеть. Вот эти корни у нас уже есть. При перемещении на топо на одно поле всеходящих гонений тратят 12 и замедляют всех, кто перебивает. А массовая это хорошая, но у нас все равно не хватает прокачки по инвизии. Всевидение у нас бардное должно быть. Всевидение бардное. Можно видеть замаскированных и невидимых. Ну, то есть на карту как маскировка относится. То есть как это доп маскировка. Рой не получится 25 раз. Чародейство. У нас идеально увеличить вот это вот искусство друида. И так у нас будут или по ростах ну диких нет, 3 штуки. Пробивание брони первого удара. Там плюс 5 мало. Ну что вы весь мало. Сыр от нас. А нам 4 тура вообще не может подогнать за город. Что у нас там не играет? У нас, кстати, Тарак стал древним. Ну это что мы его забрали. Здесь вот осадник есть. Здесь мало остается, наверное, каких-то эльфов. Да мы зачем-то начали тут гоблину. Ну, в смысле, одного места гоблина. Звук.